Слушай, я вот, когда готовился к этой программе, такое количество разных мнений выслушал от людей в возрасте от 40 и от 20. Да, Noize MC, это да, это здорово. Это вот тот самый молодой музыкант, который сейчас будет голосом молодого поколения. Ты ощущаешь на себе груз этой ответственности, что ты и есть голос нового поколения? Как только ощущаешь груз этой ответственности, всерьез готов на себя вдрузить вот эту вот регалию, мне кажется, все заканчивается тут же просто сразу. Можно оставаться там, ну, объективным быть нельзя, да, ни в коем случае, но, мне кажется, выражать какой-то дух времени можно только не задумываясь об этом всерьез, как ни парадоксально. Ну и, в общем, это, конечно, приятно, когда так говорят, но, не знаю, я вообще стараюсь об этом не думать. Я к тому, что твои ровесники, а особенно те, кто чуть-чуть младше тебя, они же ловят каждое твое слово. Они же вслушиваются в каждую твою рифму. Ты это понимаешь? Ты отдаешь себе в этом отчет? Ну круто, они, знаешь, почему вслушиваются, я думаю? Потому что именно я говорю то, что думаю, не думая о том, как они это воспримут. Вот именно поэтому это таким образом, наверное, работает.